пошел, наверное. А я учу играть. Чисто стоял, не помог никому, блин, бежал куда-то. Классно учит играть. Все запомнили, как надо делать, когда ты не умеешь играть? Откуда он? А, у него даже группа самая, это главное, Noob Go Play Tetris. Ну, это его любимое слово просто. Да, и, наверное, просто когда выигрывает с каких-нибудь нубов, он их типа приглашает в эту группу, как обычно. Да, там делают 6 человек, потому что все. Я, по-моему, запретил меня приглашать, поэтому мне такая говнина не приходит. Да, я тоже. А, кстати, меня частенько в последнее время стали добавлять, вот буквально 2 месяца. Где-то раз в 2 недели, наверное, китайские спамы, это боты какие-то, друзья добавляют. Ну, они видят, у тебя иероглифы, наверное, добавляются. А, да, я думаю, что это. Ну, что у меня корейские, ну ладно. Ну, не факт, что там к тебе китайцы добавляются, такие же школьники просто, которые видят. Не, у них вместо логина у них постоянно чередование, как хэш-код какой-то, знаешь, там чередование букв и цифр, и китайские иероглифы в перемешку. То есть вообще это что-то. Не спам, они типа на любом... не знаю, когда знаешь, е, бля, Азия, брат, что-нибудь такое. Нет, они все однотипные в этом плане. Там чисто вот... Я понимаю, нет, почему добавляются, типа... А, да. Азии самый большой пинг. Я так понимаю, что у азиатов между собой нормально, а ко всем остальным также большой пинг. Поэтому да. Они добавляются в друзья, чтобы, типа, как играть нормально. А, ну... Да, тогда кто знает. Потому что у них на любой уровень скрытый профиль всегда, нет картинок, нет ничего. Ну, у них там сидят все, по-моему, через всякие VPN, потому что у них там все закрыто. Ну, может быть. Просто логин все равно, подозрительно одинаково, говняные все. Чисто, ну, я скину. Reloading!